Для того, чтобы сервировка стола была по-настоящему сказочно красивой, необходимо для начала взять бумагу и ручку и составить список. Предложенные нами и командой студии дизайна Florian Home несложные правила и красивые варианты сервировки, надеемся, помогут вам в организации незабываемого семейного торжества. Для того, чтобы сервировать правильно стол, нужно соблюдать несколько нехитрых правил. Это посуда и все декоры должны быть в одном стиле и в одной цветовой гамме. Следует внимательно отнестись к дизайну праздничного стола, ведь каждая мелочь может или отлично влиться в общий стиль, или испортить уже почти законченное оформление. Вот этот столик, он у нас в стиле рустик. Этот стиль отличается от кантри тем, что присутствуют необработанные детали. То есть это все, что от природы можно взять. Спилы дерева, шишки, веточки. Все может присутствовать на столе. В последние годы модно использовать в интерьерах природные материалы, которых будто не касалась рука человека. Чем естественнее, тем красивее. То же самое актуально и при сервировке новогоднего стола. Скатерть может быть изо льна, хлопка, шелка, с украшениями из кружева и вышивкой. Ограничений по цветовой гамме для новогодней скатерти нет, хотя негласно принято использовать красный цвет, неотъемлемый от новогодних праздников. Любая хозяйка, конечно же, имеет в своем арсенале различные салфетки. Но новогодние салфетки, они, конечно, должны отличаться яркостью, какими-то элементами вышивки. Итак, если стол в стиле рустик подходит для семейного праздника, то следующий вариант сервировки можно предложить, если вы ожидаете в гости друзей. У нас есть столик оранжевый. Это столик для коктейлей. Можно рассмотреть, как он украшен. Так как наступающий год – год собаки, оранжевый цвет, он очень актуален. Также там присутствуют элементы золотые. То, что действительно украшает, создает праздник. Наступающий новый 2018 год пройдет под знаком земляной собаки. Об этом звере известно достаточно много. Ведь уже сотни лет он является другом и помощником человека. Наряду с оранжевым и золотым земляной собаке нравятся ультрафиолет и красный. Эти цвета можно выбрать для оформления теплого, уютного чаепития. Этот столик для чайных церемоний. Там, в общем-то, все аксессуары для чая и то, что действительно для семьи, наверное, это самое актуальное – это чай. Каждая хозяйка в новогодние праздники старается создать уютный и красивый интерьер в своем доме или квартире. Будь то семейное торжество или ожидание прихода гостей, все должно быть идеально. Новогоднее застолье предполагает особую обстановку, в которой всегда есть что-то волшебное и чарующее. Люди вкладывают в этот день много теплых эмоций и надежд на будущие перемены, исполнение желаний и мечтаний. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».